мастер спорта вот, международного класса. Ну, ты что? Боксировал с мастерами? Я мастер спорта международного класса по штанге. Я готов. Ноль сомнений. Все. Готов. А я просто. Ну так же нельзя на этих как. Нельзя? На любителях. Да ну. Надо что-то решать. Я всегда запрыгиваю. Переднюю руку. Просто, мне кажется, нужно получше уметь держать блок, как я считаю, реально. Потому что из этого стрессовая ситуация образуется, ты начинаешь моргать и не видишь основные угрозы на самом деле. Основная угроза держишь после джеба, как правило. А так вообще здорово для... Нормально джебать. Ну вот, в бою, то есть... Видно, что ты прикормил правый под середину, под переднюю. Да, я тебе, то есть, так делаю. Я ронял, кстати. Вот, допустим, хорошее упражнение прикормил. Мы с тобой работаем. А если прикормил, сколько раз тебе ударят, сколько удара прошло. И то же самое, хоп, типа на голову, хоп. То есть, и тут, а я вот там уже закончу. Прикормил, хоп. Раз прикормил, два прикормил. И все. Прикормил. И поел. Ну, я что могу сказать? Конечно, надо, опыт приходит с годами. Надо работать, 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 работать. Я извиняюсь, но, конечно, ты новичок, ты сам знаешь, то есть, ну, как бы не было. А так, мне очень приятно было поработать, честно. Ну, я говорю, я в детстве на тебя смотрел всей семьей. И спасибо. Помню, ну, спасибо. Спасибо. Да. Я упражнение боксерское показывал, короче, ну, 20 килограмм грифа по пятаку накидываешь и на максимум жмешь. У вас 150 раз, значит, то сколько может. Я смогу. Я не согласен. Братан, я смогу. Я 20 килограммов 300 раз сожму. Да? 300 раз. Ну, можем зарубиться. Да нет, куда зарубиться, я посмотрю, худой, бля.